песка. Вот. Его мы будем использовать из тех же цветов, которые мы тонировали сами цветочки. И дополнительно еще у Василька, у него под каждым, я просто понимаю, с каким, наверное, шоком вы сейчас смотрите на всю эту мелкотню, но не все так страшно. Сейчас я вам облегчу жизнь, вот, и расскажу, точнее, как вам ее облегчить. Смотрите, под каждым чешелистиком у нас как бы вот такая вот верх чешелистика, у нас идет вот такой вот светленький подветренный край, подсохший. Что, как мы будем это делать? Мы с вами берем и как раз в самую первую очередь мы с вами будем прорисовывать. Я для этого взяла вот такой вот, у меня цвет есть, тоже шминки, Burn Sienna, жженая сиена, это 0.18O. Не принципиально, прям вот уж точно не принципиально покупать именно этот мелок, потому что я очень редко его использую, просто из тех, которые у меня были в наличии, вот он подошел лучше всего. Вы можете взять любой какой-нибудь там светло-бежевый, такой вот. Что мы делаем? Мы берем и вот так вот проходимся по верхушкам каждого чешелистика. Ну, можно прям даже вот так вот грубо, не обязательно там вырисовывать верхушки, но все равно каждый чешелистик будем с вами еще закрашивать. Поэтому не переживайте. Вот, и проходимся по всем вот этим вот верхушечкам. Так, видно, да? Давайте чуть поближе. Тут уже не такая мелкая работа. Все самое страшное мы уже сделали. Можете уже выдыхать. Дальше у нас уже пойдет легкотня. Как я говорю своему тренеру по пилатесу, я говорю, легкотня. Вот. Поэтому можете расслабляться уже. Так, вот мы с вами сделали все вот эти вот верхушечки светлые. Дальше, следующее, что мы делаем. Нам надо, как я и сказала, верх прорисовать. Вот мне кажется, он прям. А, ну так вот у нас лучше видно, да? Фиолетово-синим цветом. Мы прорисовываем с вами верхние. Так, где у меня кисточка? Фиолетовая. Здесь, видите, я беру такие достаточно тонкие кисточки. И вот таким вот фиолетовым цветом мы прорисовываем с вами вот так вот. Верхний. Ну, смотрите, если вы будете там закрашивать вот эти светлые свои края, ничего там супер критичного нету. Какие-то у вас будут закрашены, какие-то не будут. Просто постарайтесь вот так вот посерединке лепесточка, да? Ну, чешелистика красить. И вот верхние два ряда мы с вами можем вот так вот закрасить фиолетовым оттенком. Так, первый ряд я сделала, делаю второй. Причем второй можете даже, знаете, не целиком, а верхнюю половинку только сделать. Так. И теперь следующая кисточка зеленый, этот цвет, который мы будем использовать для тонировки, в общем-то, всей зелени. У меня это, опять-таки, шминки, это оксид хрома цвет, да, опять-таки, это холодный зеленый цвет, я его и подбирала, да, и опять-таки, я его подбирала из тех цветов, которые есть у меня, то есть вы можете попробовать поискать из тех цветов, которые есть у вас. Давайте я скажу сначала, это оксид хрома шминки 0.84B цвет. В общем-то, я его использую, ну, скажем так, не то, что прям часто, но я его использую. Поэтому, если у вас есть прям желание купить такие же цвета, если вот этот, как бы, вот сиену я не советую, потому что, ну, она у вас будет лежать, то вот оксид хрома, в общем-то, я использую в тонировке, иногда использую. Я говорю, не могу сказать, что часто, но использую. Если у вас нету, да, что вы можете сделать? Вы можете взять, если у вас, например, набор, давайте я вам покажу. Так, сейчас я поставлю сюда куда-нибудь. Сейчас я вам возьму. Покажу, какой, например, набор. Вообще, я практически полностью использую сейчас всю пастель. Это либо вот шминки, сенелье, либо пан-пастель. Вообще, как бы в основном шминки. Потом на втором месте там пан-пастель, потом всякие вот сенелье и так далее. Это пастель, которая покупается отдельно. Она намного качественнее, чем вот такие вот всякие наборы. Но если у вас вот такой вот набор, что мы делаем? Мы его с вами открываем. Во-первых, в наборах часто есть вот здесь вот цвета написаны, да, вы можете поискать там что-то там, вот хукерс грин, это тоже вот как раз холодный зеленый, да, вот у меня, кстати, оксид хрома, тут есть какой-то грин, вот оксид хрома феерии, не знаю, что это означает, вот, но вот такого, конечно, оттенка, вот прям точно как надо, здесь нету. Вот если бы я выбирала из этих цветов, что бы я делала? Я бы взяла, вот, например, какой-то, вот мы смотрим, да, я бы взяла вот какой-то, возможно, вот такой вот холодный зеленый, смешала его с каким-то вот таким вот теплым зеленым, да, и, может быть, добавила еще вот, чтобы все-таки, ну, что вот эти они все-таки светлые, да, у нас очень светлый получится, я бы добавила вот немного темного, да, и дальше я бы смотрела, если бы цвет у меня получился слишком насыщенный такой вот зеленый, да, я бы, возможно, добавила немного сероватого цвета для того, чтобы как раз приглушить вот эту интенсивность, чтобы сделать его более реалистичным, да, поэтому пробуем, смешиваем, да, то есть до тех пор, пока я не начала покупать шминки, я вот таким образом делала, я очень редко когда пользовалась каким-то одним цветом, потому что, видите, здесь нет таких сложных цветов, хотя здесь 72 цвета, да, но это у меня вот там переложено, я, видимо, пользовалась недавно, не вернула назад. Здесь все цвета такие слишком чистые, и нет вот этих вот сложных оттенков, да. Ну, вот смотрите, кстати, вот оксид хрома ближе всего, вот у нас вот это, просто это чуть более розоватый. Не, вот это, ну, нет, тоже чуть-чуть, да, вот, вот, может быть, вот такие, вот, например, перемешать два вот таких, вот получится вот прям мой цвет. Вот. То же самое там с фиолетовым, да, вот здесь, например, он похожий, но чуть-чуть не тот. Я, например, смешала вот этот и вот этот, вот, да, два цвета. То есть в таких наборах в основном такие как бы базовые цвета. Сложных нету, но сложные мы можем домешать уже сами. Вот, например, вот эта маджента, вот она, да, только она более приглушенного оттенка. То есть можно, например, взять вот эту, да, смешать с каким-нибудь более там светлым, да, можно чуть-чуть добавить вот этого сиреневого, да, такого светлого, чтобы приглушить. В общем, не обязательно скупать и покупать именно, потому что, возможно, видите, у меня мелок практически целый, да, а, соответственно, по стоимости тоже это все обойдется вам дороже. Поэтому, если у вас нету ничего, я бы советовала купить сначала вот какой-нибудь базовый набор цветов, да, и пользоваться, по крайней мере, там для начала, если вы не профессионально этим занимаетесь, если вы не собираетесь там, да, улепливаться на заказ там, и так далее. Просто смешиванием цветов добиваться того оттенка, который нам надо. Прям взяли баночку какую-то и ножичком накрошили одного, другого, кисточкой перемешали и на бумажке попробовали. Вот. А потом уже, если вы, например, собираетесь лепить букет васильков, и если, в общем-то, у вас позволяют возможности и желания, да, вы можете купить, например, вот такие вот мелкие, ну, вот опять-таки вот сиену я бы не советовала, мне кажется, ее вообще очень легко заменить теми, которые есть в наборе. Например, можно, да, вот купить вот эти вот мелкие, которые там я использую, да, они хотя бы себя окупят, да, вы улепите целый букет васильков. Если вы собираетесь лепить там одну-две штучки, то, конечно, смысла нет. Вот, кстати, красивый тоже вот синий цвет для васильочков можно было бы намешать вот из этого синего, да, с фиолетовым. Было бы тоже очень красиво. Вот. Поэтому старайтесь использовать то, что есть у вас, потому что скупать материалы достаточно дорогие, да, скупать все подряд смысла нет, да, потому что, например, дальше там, вы будете лепить какой-то другой цветок, вы не используете эти цвета. Вот. Так, поговорили об этом, да? На чем мы остановились? На зеленом цвете. Вот он, оксид хрома зеленый. И этим зеленым цветом я уже рисую вот здесь вот. Опять-таки, каждый свой чешелистичек я зеленым цветом вот здесь вот тонирую. Посерединке лепестка, да? Чтобы, опять-таки, постараться оставить светлую верхушечку. Вот так вот мы проходимся с вами посерединке каждого чешелистика.
И опять-таки, да, помним, что это не так, что вот только так и никак иначе. Вы можете себе как бы облегчить задачу, там, не вырезать вот эти зубчики, да, не заморачиваться настолько с тренировкой. Вот, это, в общем-то, это ваше там хобби, это ваше увлечение. Не надо себя заставлять делать то, что вам делать не хочется. Просто я, как преподающий мастер, обязана вам максимально детально, да, рассказать и показать, как это делается. А вы уже для себя сами решаете, с какой проработкой вы готовы и хотите это делать. Вот так вот. И когда я говорила, да, что вот здесь вот фиолетовый можно только на верхнюю половину, да, вот в этом среднем ряде, мы как раз нижнюю половину можем чуть-чуть вот так вот протонировать зеленым. Тоже очень красиво получается такой наполовину зеленый, наполовину фиолетовый. Так. Вот, вот мы затонировали. И смотрите, в чем минус именно этого, да, как бы вот метода тонировки на, как бы не на цветке, в том, что мы сейчас будем брать его, подклеивать, и у нас часть тонировки с вами немножечко сопрется, но это не критично, это гораздо проще уже просто кисточкой подлезть и подкрасить те места, которые у нас подстерлись. Так, продеваем. Продеваем. И вот. До основания. И теперь вот так вот мы у основания поджимаем наши вот эти вот верхние. То есть вот самый верх важно нам обязательно поджать, там, где он должен быть узенький. Не подлезают пальцы. Хорошо, не подлезают пальцы. Значит, мы берем стек, либо мы берем даже, вот смотрите, можно не стек, например, а взять какую-нибудь кисточку мягкую, да, и вот мягкой кисточкой. Ну, стеком, чтобы не повредить, да, например, металлическим, чтобы как-то там не промять, мы берем и вот так вот кисточкой подтянули. Видите, у нас сразу уменьшилось как в диаметре. Смотрите, какую-нибудь тоже там поудобнее можете взять. Сейчас я у себя найду, так, чтобы она еще была и не в какой-то краске. Вот. Взяли, например, и вот так вот подужали. Вот. Теперь смотрите, теперь нам надо с вами еще у василька все чашелистики, они плотно прилегают. То есть они каждый видно, как бы такие отделены хорошо друг от друга, но прилегают плотно. И так как у нас глина уже подсохла, да, они у нас очень сильно топорщатся. Что мы делаем? Мы с вами либо клеем, либо водичкой, так как глина все-таки у нас еще не досохшая, и она хорошо склеивается на воду, мы с вами должны все чашелистики, которые у нас торчат, подклеить. Так вот, мы их складываем. Но зато вы понимаете, да, что василёк — это такой цветок, который требует минимум инструментов. Здесь только как бы ваше время, да, ваше время, ваши усилия. То есть, а в принципе, как бы, да, во всем остальном это просто водичка. Это у меня аквабраш, да, здесь вот в резервуаре водичка. Вы можете обычную кисточку махнуть водичку и также пробежаться. То есть, я говорю, это цветок, который требует вообще минимум инструментов. Вот. И вот так вот мы с вами должны хорошо, хорошо его собрать обратно. Видите, вот мы пока все эти манипуляции проводим, у нас как раз и подстирается тонировка, да, о чем я говорила, что как бы минус немного в этом способе, в том, что мы подстираем. Но, как я и сказала, пробежаться заново это займет там 2 минуты максимум. Так, все. Мне кажется, вот здесь вот чуть-чуть еще топорщится. Я просто такой перфекционист, поэтому, видите, я не надо, чтобы, если должны, значит, они должны прилегать все, чтобы ничего у меня нигде не торчало, иначе мне будет резать этот глаз. Так, и вот теперь заново и быстренько я беру и пробегаюсь снова по тем местам, которые у меня подстерлись. Вот у меня фиолетовый здесь, пока мы зажимали. Ну, просто я говорю, это уже в разы быстрее. Можно чуть-чуть вот синеньким тоже нашим влезть, чтобы не одним цветом, да, а чтобы была все-таки тоже игра цвета у нас. Синий, фиолетовый. Они такие прям темненькие вначале идут. Да, и теперь снова я пробегу с зелененьким. Потом покажу вам еще одну такую хитрость на следующих, которые будем делать вот эти вот корзиночки, да, мы их условились называть. Когда будем делать, я вам там покажу еще одну такую интересную технику. Все, смотрите, готово. Не видно вам, да? Сейчас я вот так покажу. Теперь нам надо будет только объединить это с основным стеблем, пускай пока чуть-чуть он у нас подсыхает. А мы с вами перейдем к следующим. Не пугайтесь, сейчас я вам буду показывать, как это сделать проще.